Я за эту улицу стою! Эта передача называется «Только к хорошим новостям». Именно поэтому... Это Бортич! Просто баба! Смахтуновский! Всем я лучше, чем он лучше, чем я! Лучше, чем я! Самый талантливый актер современности Никита Кологривый снова попал в скандал, не участвуя в этом скандале сам. У Абдулова! Ни одной яркой роли! Ни одной яркой роли! На передачу, кстати, к Харламову, Дорохову и Азаматову пришли пацаны с сериала, кстати. И как давай они люто прикалываться над Кологривым. Такого издевательства, такого неуважения, такого я не видел никогда в своей жизни. Вас как? Я пробовался другую роль. А на кого-то? На Кощея. На всем известно. То есть ты должен был... Это ты должен был с ума сойти. Да. Это ты должен был Бортич обосрать, да? Да, да, да. Выпуск хороший. Я поржал в удовольствие. Молодежь, которая там исполняла, они исполняли смешно. И они начинают прикалываться над Кологривым. Вы что, думаете, мне было сложно сыграть роль Кощея? Я все это прожил. Я все это прожил. Они-то играли все. А я в материале, потому что я посмотрел про него тоже видосики. Да, конечно, Никитос очень интересный человек, и я бы с ним с удовольствием пообщался. Как пацаны поприкалывались на этой передаче, вот вам видос. Это Бортич! Просто баба! Смахтуновский! Всем я лучше, чем он лучше, чем я. Чем он лучше, чем я? У Абдулова ни одной... У Абдулова! Ни одной яркой роли. Ни одной яркой роли! Да, он все забрал. Все, что я хотел сделать. То есть это от тебя должно было, что Смахтуновский так себе? Да, это все я. Абдулов не сыграл? Да, да, да. Ничего яркого, ничего. Ничего яркого Абдулов не сыграл. Все серое было. Да. Мне прислали распечатку о том, что говорил Кологривый про Бортич, которая не заканчивала профессиональный вуз. Меня всегда спрашивают, можно ли без образования? Это то же самое, что выйти замуж за мужчину и не любить его. Типа, хотя прийти, как Бортич. Типа, хотят прийти, как Бортич. А, это то же самое, что выйти замуж за мужчину и не любить его. Типа, хотят прийти, как Бортич. Бортич — это симпатичная девушка, не забывайте, дорогие артисты. Вы многие несимпатичные девушки, вы просто бездельники. Короче, чушь. Пизду не хочу, все читать, ерунда какая-то. Актер также раскритиковал игру Данилы Козловского в фильме «Духлесс» и Александра Абдулова и Иннокентия Смоктуновского. Назвал переоцененными актерами, рассказывая свои желания. Короче, пизду. Я не думаю, что Смоктуновский был с чемпионским настроем таким, как у тебя. Но я не думаю, что он лучше, чем я. Вот и все. Ах, ты как лихо замахнул. А как? А как вы хотели? Чтобы я сказал, что нет, он светоч, нет, нет, нет. То есть кумиров у тебя нет? Мне не нравится Смоктуновский, честно скажу, как артист. Смоктуновского, если сейчас меня спроси, если прям так подойди ко мне с вопросом и спроси, Евгений, а тебе кто нравится больше? Никита Кологривый или Смоктуновский? Вы знаете, что я скажу? А вы знаете? А мне Никита Кологривый больше нравится. Не, чё, он нормально в этих... Слово пацана вмазал. Не, вообще... Ты чё там, скеришься, что ли, от меня? Дома сиди. Хана тебе, Вова! Его игра заскочила. Остальные роли как бы не зашли, только эта зашла. В «Холопе» он какой-то холёный там, я не знаю. Ой, в «Холопе». Два холма. Рада, с этим колечком тебе больше никогда не придется работать. Он там Емеля, блин. В Емеле он как бы Емеля, и в двух холмах он тоже Емеля, как бы везде Емеля. Ага. На расстоянии. Вот так. Другие фильмы я с Кологривым не смотрел. Ну и у Иннокентия тоже. Кроме «Автомобиля» больше ничего у Иннокентия я и не смотрел. Там особо играть никому не надо. Че он?
такой пришибленный дурачок, как бы, знаешь. Я и так этот Кощей. Что мне там играть? Я вырос в этих местах, в отличие там от Вани Янковского, еще кого-то. Поэтому мне, вы это прекрасно видите в сериале, что очень видно, кто действительно знает, что такое эта жизнь, а кто играет в то, что знает эту жизнь. Ну, если у меня спроси, вот прям спроси у меня, просто подойди ко мне и спроси: Жек, а тебе нравится актер Смоктуновский? Я скажу: вы собираетесь играть на мне. Вы приписываете себе знания моих клапанов. Я не скажу, что он мне не нравится. Я скажу, что да нет, просто как бы вот нет такого, что он мне нравится. Нет такого, что мне просто нравится Смоктуновский. Я от него не тащусь. Я тащусь из советского кинематографа, от Савелия Крамарова, от Леонова. От Никулина я также тащусь. Евстигнеев, да, хороший актер. Есть такие прям советские-советские актеры. Тихонов. Тихонов, это что за актер? Что за актер этот Тихонов? В стороне от придирчивых глаз. Да они все были Миронов. Тоже с юмором, конечно. Папанов! Папанов! Мы будем просто-таки нещадно бороться с лицами, живущих на, допустим, нетрудовые доходы. Умолчи, папочка. А, испугались. Ты вообще живешь на свете по доверенности. Чего же так? Не трожь собачку. Почему я должен так жить? Этот тип всегда должен помнить, кто я такой есть. А Смоктуновский, почему-то я не соприкоснулся с его творчеством так глубоко, чтобы говорить Смоктуновский. Абдулов. Я прошу прощения за этот странный смех. Ну а что, Абдулов? Ну, есть фильмы, да, какие-то. Хочешь пойти на Джани Моранди? Чего? Хочешь пойти на Джани Моранди? Ты что, шутишь, Клюев? Нет, не шучу. Если бы мне сказали, ну чё, ты за кого ставишь балл? За Абдулова или за Никиту Калагривога? Я бы сказал... За Никиту Калагривога. Ну да, а чё нет? Он нормальный в этих в реальных пацанах исполнил. Уважение надо иметь. Я вас всех обшиваю! Это все здорово, потому что это все юмор. И ребята прикалываются над товарищем по цеху. И он тоже по-своему прикалывается. Ни к чему к этому серьезно относиться не надо. Я тоже прикалываюсь. Это все с позитивной точки стороны зрения. Ставьте обязательно лайки, потому что это же сердце, это любовь. Пишите комментарии. Ну, кто врубился, тот можете по приколу. А кто действительно зарубается, что типа, вот они... Сволочи! Нашего Никиту Калагривога! Да, и зарубаются. Может быть, и Никитос тоже такой думает, сука. Да не, Никитос, я больше чем уверен, придет к ним на передачу, и они вместе дружно соберутся и похохочут по этому поводу. А я все сказал про Никиту Калагривога. Все-таки выпуск был про него. Да! В своем телеграмме, а я теперь подписан на телеграм Никиты Калагривога, я наблюдаю, как он тусуется, как он работает, как он... Здравствуйте, мои деточки, мои котяточки, мои... Ну что ж, дорогие друзья, дорогие конфетки, дорогие девчонки, дорогие мальчишки. Ну что, мои котятки, мои пирожочки, ну как вы? Так, ну что ж, дорогие мои подписчицы, дорогие мои девчонки. Ну что ж, дорогие друзья, дорогие котятки, дорогие ребятки. Никитос, мой тебе совет как блогера. Ты профессионал в киноиндустрии, я профи в блогерской теме во всей этой. Прекращай начинать свои эти кружки одинаково.
Не надо постоянно здороваться, вот это орать, вот это вот всех называть котяточками, пиписечками, пупусечками, подписечниками. Это занимает очень много времени, и мне, как твоему новому подписчику, мне тяжело постоянно... Ну, Никитос, блин. Ну, блин, Никитос, ну... Сразу начинай к делу. Мы пришли сейчас на такую-то движуху, и тут девчонки, здорово, ну что, посмотрим, как там губками, как губками делаем. И сразу же продолжай делать свою тему. Потому что в этих сторисах Никита постоянно исполняет. Хорош, вот это орать, хорош, орать и нести всю эту херню. Поспокойнее просто, ты если расслабишься, как есть, так и будешь говорить. Да, ну привет, да вот, эти там на передаче, кстати, прикалываются надо мной. Не, я поржал, конечно. Это Бортич! Просто баба! Смахтуновский! Чем я лучше, чем он лучше, чем я? Чем он лучше, чем я? У Абдулова ни одной... У Абдулова! Ни одной яркой роли! Ни одной яркой роли! Я посмотрел, поржал. Красава, там это Турбо, там это, как его, ой, Ералаш там, так вырос. Молодцы, молодцы, ребята, молодцы. Сколько у тебя ролей же, ну, сколько ты наиграл? Меньше, чем говорит, у Калагрива. Это тот момент. 12. 12 ролей уже. Да, не дотягивает. Ну, не Никита. Нет, но давайте не будем сравнивать с великими, в конце концов. Есть куда расти. Куда я полезу. Всего доброго, до свидания. И респект всем тем людям, о которых сегодня было сказано. Потому что все они очень талантливые ребята и профессионалы своего дела.